Помятуя о теме сегодняшнего вечера, я прочту поначалу несколько стихотворений из такого довольно хиповского цикла, который называется «Стихи Дмитрия Блаженного». «Напрасно косишься, косая, и время теребишь косою, ведь ты такая занятая, зачем ты возишься со мною? Смотри, я наливаю водку, вполне холодную, доверху. Не надо портить мне повадку или устраивать проверку. Садись-ка рядом, потолкуем. Есть столько тюрем богоделен, а мы пока еще банкуем. Имеем девочек и денег. Ну ладно, если так решила, давай скорей, беру, целую. Хоть мимо кассы, через силу, я вряд ли полюблю такую. Хотя б накрасься, будь смелее, мне принеси опохмелиться и пой, как пела Лорелея, когда решила утопиться. Что, не умею и не буду? Что, все не кстати и паршиво? Тогда давай, вали отсюда. Постой, я вызову машину. Проездом из Харбина во Владивосток. Курносая проститутка пьет прокисшее молоко. Перед рассветом жутко хочется закурить, но сладкие сигареты тянутся нелегко, и пустота отвратительней, чем в лабиринте нить. Скажем, русский фашист любил китайский балет. Бывший член Государственной Думы в засос его целовал. В Харбине пустой вокзал означает, что твой билет в страну, откуда вестей Линьбяо не отсылал. Корни выше ветвей, сними ее, обними. Калейдоскоп теней свербит, вероятно, печень. В наушниках Клаус Науми, и сколько смерть не корми, она сполна отыграется, если вдруг будет нечем. Ибо даос безмозглый настой бессмертия выпил, губы салфеткой вытер, слушает перестук диалогов, событий, знаков, рисунков, литер. Государственный извинитель в кругу продажных подруг. И еще один стишок. Предел предела, знай поскольку, бессмертию платишь неустойку, неустоявшийся покуда, паскуда. Посуда в шкафчиках облезла, и сами шкафчики облезли. Быт точит лезвие, полезно и резво, прочие болезни. Был в лихоманке, был в ангине, был в трипере и гайморите, не в Касабланке, не в Данкине, тем более не в Шринагаре. Легко найти свое, простите, среди событий попугаев. Я славно двигаю ногами, беру руками, плачу ртом. Я это делаю легально и обаятельно притом. Но плакать следует слезами, но двигать следует землей. Не знаю, кто придет за нами, ковчег, конвой. И волчий вой, и птичий клекот, и обстоятельный помет. Руками сказано не трогать, и деготь сказано не мед. Попытка сказано не пытка, и баба, кстати, не мужик. Но он ее целует пылко, раздел, проник. Он кликатор трогает руками, он резво двигает ногой в Нанкине или в Сринагаре, но цели в этом никакой. Деторождение доспехи, от бога прочно заслонясь, она смеется, он навскидку, кошачий князь. Когда свистит, когда мяучит, когда стремится слить вино, когда твердит, мы были лучше тому давно. Кто наши промахи считает, кто наши завтраки жует, любовь подранена летает и громкую музыку поет. Кажется, мир уныл, каждому кажется, Бог ослеп, каждому кажется, было б сил,
чтоб заработать себе на хлеб. Вот и конвой понимает век, слишком суров, чтобы вина пить. Не человек замышлял побег, надо прикладом точнее бить. Хочется после таких речей спрятаться в детстве на милость снам, сдаться, чтоб мама, где горячей, в тысячный раз объяснила нам, чтобы винтовка была духовой, кукла резиновой, птичка живой, чтоб не своей головой платил, солдат оловянных пустил на распыл. Каждому кажется, правит зло, каждому кажется, правит бал, каждому кажется, повезло, с губ не срывается доконал. Но доконавший нас свой черед откинет коньки, мы возьмем 100 грамм. И первый министр, как всегда, соврет, что как-то особенно грустно нам, так как винтовка была духовой, кукла резиновой, птица живой. И головою платить не пришлось. Счастье не густо, но живая авось. И не придется уже никому. Головы наши теперь ни к чему. Людям мы так и не сделали зла. Сына от армии мама спасла. До самой смерти играет в войну милый старик, потерявший жену. Каждому кажется, это грех. Каждому кажется, надо прочь. И в результате настигнет всех лучшая участь — полярная ночь. Но голуби кружат над крышами, дым в синее небо уходит. Здесь мы приготовились есть и пить. Так что не надо грустить о том, что слишком хрупкий под дым дом. И голубятни для голубей ловчий умелой рукой мастерит. Легкая стихотушка. «Объяснение в любви» называется. «Королева марихуаны, ты объехала много стран, ты затягивалась нирваны, подносила к губам кальян, твои пальцы ласкали свиток, где иероглифы, как корабли, уплывали в столбцы молитвы и чертили дуэль любви. Поднимаюсь я утром рано, на холодный гляжу рассвет, королева марихуаны, на снегу отпечатан след, звон трамвая, плевок гудбая, тучи нынче сгустились над тем пространством, что позволяет дуэлянтам не ждать наград. Если сердце, то это слева, если справа, то это печень. Не кляни меня, королева, все равно утешаться нечем. Жизнь расписана, словно в смете, завтра в церковь, потом в Париж. Да, мы встретились на рассвете и расстанемся, как велишь. Выбирала ты кавалера, чтоб плевал на чужую боль. Хорошо с тобой, королева, хорошо пролететь с тобой мимо праздников и усадеб, мимо милых и правильных лиц, мимо всех на земле доказательств, мимо всех на земле столиц, мимо фронта и мимо тыла, мимо дел и курорта прочь, чтобы пела и чтоб знобила, била в бубен шаманка ночь. Наша вечность подвешена криво на гвозде из прочитанных книг. Я не знаю исход мотива, но я помню, чем дышит миг. Над расхристанным постоянством, развивающий свой дымок, над испуганным диссонансом, отбывающим вечный срок. За чертой городского распева, за сетчаткой тревожных глаз. Если сердце, то это слева. Каждый раз, как последний раз. Калейдоскоп окраин, египетская вязь, идет домой хозяин, пошатываясь, хозяин всей вселенной, любых поместьй пан, идет Адам нетленный, немного пьян. В мозгу его немало, соображений есть, и жажда идеала, и воинская честь, любовь к одной красивой, увиденной вчера, тревога о России и прочее мура. Ему так объяснили, что это ерунда. Из ящика витии чужие господа. Пежо и Митсубиси, мол, жребий твой таков, заоблачные выси для разных долбаков.
У Ваина квартира, у Лукиных еда, у Таньки сортира, не каплет никогда. А шо святой в горе зовет ядреный вож? Поедешь ты на море отдохнешь. На смерть осьминога Пауля. Он скончался в аквариуме. Говорят, был уже стариком. 3 года для них ого-го. Больше они не живут. Он знал свое будущее наверняка. И когда умер, вообще отказался от всякой еды. На том свете существует множество разных палат. Им предуготовлено, но самое существенное, он может переродиться, стать стражником, певчей птицей, Евпатием Коловратом, Моисеем, Гегелем и даже Леночкой Джапанидзе. Для него ведь не существует времени, и когда какой-нибудь футболист захочет Леночку, и она оголит свои длинные ноги, будет ли это супружеская постель или в автомобиле блиц, кто из них вспомнит о Пауле? Кто вспомнит об осьминоге? Ну и последний стишок на этот вечер. Не слышно, да? Ну хорошо, пусть будет. Сумасшедший охотник, не можешь ждать до утра. Мой приятель перс курит гашиш. На собаках ехать долго, а на самолете хандра. Что делать? Целоваться, пить водку, пока долетишь. Французская чемпионка по карате танцевала с тенью на пляс Дофин. Она представила прет-а-порте в жанре нападения на мужчин. Кто ты такая? Кто я такой? Откуда мы, приблуды? Куда? Шизофреник молочник в городе прифронтовом. Дом оставлен 2000 лет назад. Мы сумеем, вычислим, всех полюбим, поймем. Я французский мой ангел, наполовину боюсь. Я это русский мой маг, на четверть боюсь тем же богам. Я мало того, что грузин, еще и индус. Алфавит Девинагари разбираю, ригведу шепчу по слогам. Изучил нас и душу терзает, и не узнает. Высоко сидит, глядит далеко. Тот, кто надежда наша, прибежище и оплот. Курит пыль времен, пьет небесное молоко. А еще епископ 51 в Крыму, Дамиан. Мне о нем рассказал друг, когда кончил пить. Так вот, этот парень, настоящий епископ, говорил, что лучше, чем стремиться в рай или там в нирвану, прилечь, двинуться чем-нибудь обман странным, что-нибудь обманное закурить. И никакого повода тосковать, стеречь, подбирать слова, страшиться за будущее племен, поскольку тот, кто решил свое тело сохранить и душу сберечь, уже погиб, уже не свободен, уже пленен.